Вновь всех приветствую на своем канале. Очередное видео по заявкам трудящихся называется «Мои страхи». Хоть у меня вроде есть информация в теге «Инфо о себе», но раз уж хотят, я решила все-таки сделать отдельное видео, порадовать просящих. «Мои страхи. Я боюсь воды. При этом мне очень нравится лежать в ванной, принимать ванны и бултыхаться в речке у бережка. Плавать я, естественно, не умею. Я же боюсь воды». Я боюсь высоты, но мне очень нравится летать на самолетах. У меня клаустрофобия, но при том, что у меня клаустрофобия, я боюсь воды, мне нравится путешествовать на теплоходиках, ну и тому подобном водном транспорте. И в детстве у нас с дедушкой, допустим, была лодка. От Углича мы добирались на лодке до деревни нашей тогдашней. В общем, я боюсь бабочек, жутко боюсь. Не представляете, сколько я их тут замочила. Они у меня тут одно время, несколько лет подряд, летом залетали в окна, в балконную дверь, и сволочи такие летали, летали, и пугали меня, пугали. И нифига не убивались, и не хотели отправляться обратно на улицу. В общем, я боюсь бабочек. Я их называю жопа с ушами. Из одной книжки «Фокс Микки», не помню автора. А, Саша Черный, кажется, «Фокс Микки». Но я не помню, кого там «Фокс Микки» называл жопа с ушами, но я так называю бабочек. Я боюсь лифтов. Я поняла сегодня, что все-таки лифты – это отдельная моя часть моих страхов. Ну, конечно, клаустрофобия – это вот замкнутое пространство, но я стараюсь избегать лифтов. В общем, я боюсь лифтов, я боюсь воды, я боюсь высоты, я боюсь замкнутых пространств, ну, подвалы в ту часть тоже входят. От вида крови я падаю в обморок. Вот стабильно так, я не знаю, наверное, это тоже... Боюсь крови, да? Хотя всякие там фильмы с видом крови или мультики, в основном я аниме смотрю, но я как-то нормально переношу. Одно время, ну, последнее время нормально переношу. Раньше я, конечно, тоже не вижу, ничего не слышу. В общем, я, наверное, все-таки боюсь смотреть, когда люди красят ресницы. Ужас как. Меня так передергивает. То же самое, когда человек пытается в глазу ковырять. Учитывая, что это видео буду пересматривать, я не стала это детально показывать, что меня дико передергивает. Одна моя подружка Заремка в детстве надо мной постоянно стебалась, ну и еще одна, периодически. Поэтому я, наверное, не крашу ресницы, это основной пунктик, не сколько потому, что у меня там аллергия или еще что-то, глаза там как-то могут реагировать неправильно, но именно поэтому. Тени, в принципе, навеки я могу нарисовать, но вот так же относится к подводкам. Это ужас, как это так. В общем, наверное, это все мои страхи основные. Там уже чего-то такого другого у меня не предвидится, сколько мне известно. Ну вот, вот такое, думаю, небольшое видео про мои страхи. Надеюсь, я удовлетворила запрос трудящихся. Если вы досмотрели до конца, то, ну, спасибо. Ну и до новых встреч, пока!